Военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником» был создан в 2006 году. За этот период более 2000 воспитанников прошли эту школу мужества. В этом году в лагере приняли участие более 90 школьников из России, Белоруссии и Абхазии. В Нижний Новгород отправили 16 человек из разных школ Сухума, которые прошли серьезный отбор. Несмотря на все трудности, наши ребята проявили себя на высшем уровне, отстояли честь страны. Помимо воздушно-десантной подготовки, с детьми проводились занятия по огневой подготовке, строевой, исполнению гимна, метанию ножей, футбола, волейбола, баскетбола. Занятия были проведены с беспилотными летательными аппаратами. С детьми они также практически пробовали управлять беспилотными летательными аппаратами. Отбор сделали, исходя из проведенных прошлых всех военных конкурсов. Мы отобрали самых лучших детей, те, которые проявили себя с самой положительной, самой активной стороны. Отобрали всех победителей военно-спортивных игр. И исходя из этого мы сформировали сборную команду города Сухум. Прыжок с парашютом – экстремальный вид спорта. Решиться на него может далеко не каждый человек. Чтобы совершить прыжок, нашим ребятам пришлось пройти серьезную подготовку и сдать отчетный экзамен. Нормативы сдали не все. Только 7 человек из Абхазии были допущены к соревнованию. Но это не помешало им занять первые места. На следующий год наших юных десантников снова ждут в Нижнем Новгороде. У нас с сентября месяца начинается учебный процесс. Мы в течение года уже спланировали ряд конкурсов и соревнований. Будем думать, что-то новое добавлять, включать. И также по итогу будем проводить отбор. Дай Бог, чтобы в следующем году все у нас получилось хорошо, и мы поедем. Чемпионов встретили празднично и с теплом. Ребята уже на шаг ближе к взрослой жизни и поступлению в вуз. Но не все хотят связать свою жизнь с военным делом. Многие поделились, что интерес именно к военному делу привился благодаря урокам НВП в школах и военным состязаниям. Как поделился Даниль Лов, прыгать с парашютом было не так уж и страшно. Эта эйфория была, ты лежишь на траве, мы прыгали в поле, потому что тебя начинает нести парашют, тебя сразу начинает осознание приходить. И самые яркие, скорее всего, первые 3 секунды были свободного падения. Ты не понимаешь, что с тобой вообще происходит, потому что адреналин заливает глаза, все белое, и потом дергается чека, у тебя парашют есть, парашют. Ты сейчас летишь, смотришь на открывшиеся пейзажи. Вы прыгали с инструктором или нет? Без, мы одни прыгали, да. С таким хорошим и боевым настроем наши ребята прибыли, уверены, что в следующем году они станут лучшими и привезут золотые медали. Ульяна Рожкова, Константин Парулова, Абхазское телевидение.